А перед началом этого видеоролика хочу посоветовать вам канал Settle. Парень снимает, как заработать денег в интернете, как сделать 3D текст и так далее. Парень только начинает, давайте поддержим лайками и подпиской. Всем привет, дорогие друзья, с вами Ломбарди, я продолжаю играть на сервере Провинция, да, и в прошлой серии мы на шахте попиздячили, да, я так понимаю, там полный пиздец, нечего делать, и сейчас я вызвал такси, такси приехало, подобрало меня, взяли 150 рублей и везут меня на лесопилку. Ребят, ну это все нормально. Проблема в том, что лично я, ребят, я охуел. Вот смотрите, красный свет. И таксист остановился на красный. Ебать, я такого еще нигде не видел. И не только он, я видел уже нескольких таких людей. Это пиздец, это, то есть, можно, ну, блять, ну, уму непостижимо. Посмотрите, он останавливается на красный, ебать. Я не видел еще такого сервера, где настолько бы соблюдалось РП. Блять, ребят, мне это нравится. Блять, ну свита... Я помню, сука, самп. Я, блять, даймонд помню. Помню адванс. Я, блять, ну такого, ну я не видел. Никто никогда не останавливался на светофорах, блять. Ребят, это приятно, мне это нравится. Ну, бля, я просто впечатлен этим. Ебать, тут своя карта, свои машины, тут все свое, это не сильно лагает. Есть местами, ну, толком не лагает, ну, пизда. Но чтобы останавливались на светофорах, ебать, ребята, ну, блядь, мне тут начинает нравиться. Мне реально тут начинает нравиться. Это, ну, просто, это пиздец. Я не знаю, ребят, ну, может быть, это я так удивлен. Я давно не играл, блядь, в самп и так далее. Ну, блядь. Я вам клянусь, я когда играл, я не видел таких. Останавливался на красный, ему кричали, ты что, идиот, блядь. А тут, на тебе, остановочка на красный-то, а? Так, ребят, ну, что-то тут местами, да, прогружалась карта. В общем, я хуй его знает, чем это связано. Может быть, опять же, у меня тормозит просто все это дело бандикам. Ну, ебать, ребят, о чем я говорил? А куда он меня привез, блядь? А, дальше на трамвае. Ну, ебать, назвать это сервисом тяжело, как... А, надо снять ремень и выйти. То есть я был стоп, ребят, стоп. Где карта, блядь? Ага, то есть отсюда на лесопилку уже надо добираться на трамвай. Ну, ладно, полбеды. Ребят, ну, это просто пиздец. Я не знаю, я впечатлен только этим. Я впечатлен только тем, что можно... Ну, не можно, вот настолько соблюдается РП на сервере, что... Ты едешь и должен остановиться на красный. Ебать, я просто уже вижу, что... Дайте мне нормальную тачку. И ебать, я вам обещаю, я буду... Ну просто пиздец. Вот где-то найдем, да, я понимаю, тут есть где-то какой-то отдел полиции, да. И я прям возле райотдела этого, или как это тут правильно называется, бог его знает. Я буду нарушать специально. Я хочу с мусорами потягаться. Ну, ответь, ну, блядь, ну, это пиздец. Я так понимаю, они должны до меня будут доебаться. По-любому. По-любому будут должны доебаться, что, типа, так и так. Вы проехали на красный. Ребят, я просто вижу нахуй уже это. Ну, это, ну, честно, я очень впечатлен. Я впечатлен тем, что здесь люди останавливаются на красный свет. Я уже просто боюсь представить, что дальше, насколько здесь дальше РП, да, идет. Ну, блять, все это со временем мы, конечно, посмотрим. Опять же, я сейчас бомж, не имею ничего, не знаю никого. Блять, тачка такая, оп, нормуль уже, бумерок тут стоит, да. Ну, ебать, ребят. В натуре это... Я не знаю, я просто впечатлен и хотел вам передать свои впечатления.
Ну, ладно, в принципе, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И мне в натуре, мне здесь нравится. Я думаю, серии будут. Меня впечатлило уже только это. Все, ребят, всем удачи.